Сейчас я вот так сделаю. Вот так. Вот так. Еще раз покушаю. Все готовы. Так, и сыр еще. Матеовый сыр. Еще раз. Матео, ты можешь же за метками следить, потому что меня могут отвлекать еще. Я могу меткой следить. Следи за меткой, пожалуйста. Просто Окей. меня могут отвлекать сейчас. Ну да. Я все равно в мелей зоне. Типа стоит, что я прохилю, но... Да, портал забыл. О, поставьте. Окей. Вижу только один портал. Матео, портал поставь. Я свой поставил. Матео, подай признак, что ты жив. Нет. Нет, это курка Люси. Матео, слышишь нас? Что? Что я? Давайте быстрее. Матео, ты портал поставил? Там один стоит, я вижу. Ну чё он молчит? Он там объявляет будет. Матео, скажи, почему ты не можешь говорить? У тебя на кнопочку нажата. Нажмите нет. Матео не слышит нас. Да и похуй. Хорошо, все, давай. Тыкай на исходную. Матео, портал поставь. Смотрим за трусы. Все, пуляй. Ревист вышел. Матео? Мелики, аккуратно.
Пресер вышел. На 5% отхилил. Пять секунд, моб. Вышка. Стоп, урон. Ждем элементаля. Отбежали. Геру по заходу. Выбежали. Ну, флажками хилю, короче, что возьмем. Вышка. А, кончика. Выбежали. Найс, по боссу. Ну не лутайте урон. Выбежали. Вообще не лутайте урон. Умрем сразу. Косты сбиваем. Выбежали. У нас хилов нормально все. Помоня, главное даже камни слапнуть и убьем. Вышка. А, вышка. Выбежали. Стреляташ. Отбежали. Да все, пизда жуку. Отбежали. Повези. Что за Ягуша? Говно какое-то. Что за Алёша? Дома сочная. Ты шо? Так, остался Горколис и Шаман. Ну, в принципе, честно, теперь шея ему пуха. Проебал. Что за роллы говно какое-то. А так и пух, и шею и забрал, и пух. Ну, я, да. я бы на месте Шамы... Ну, давайте такой... силовое кольцо. Я бы на месте Шамы такой, бля. Ну отдам. Спек. Ну отдам, думаю. Я возьму. Хотя мне не надо, блин. Видишь, он плачет. Надо? Он плачет, все. Ой, да. Будьте на распыл ролл. Ну он заслужил, он мне шею уступил. Пусть будет. Рофл 13 два раза подряд. А, грудак тоже на распыл. Кто там у нас? Вышкой дам, короче, получается. На транс, го? Хотя не платье. На транс? Ненавижу платье. Блять, йога такое говно падает, просто ужасно. Ничего, повезет тебе в следующий раз.
И она опять 10 тысяч лет не будет падать. Дайте сумон, пожалуйста. Я в этом уверен просто. Бля, так там просто только классно. Ну да, типа на Элема Айшуга хороша. Но мне кажется, она типа на... Именно на шамана, мне кажется, лучше типа вот это. Колока нормально. Типа вот это. Смотри, как заманивают, да, шамана? Не, я просто говорю, типа... Я же не говорю, типа, ну... Мне так... Не, шаману крит тоже больше лучше. Лучше, чем МП5, сразу говорю. Чем вот эти 19 МП5. Лучше крита больше. Так. В порталы прыгает у нас СР. Хоха. Ревист. Кто еще может? И ты. Хил? Зачем хил? 4 ТД. Миру даст там. Зачем? Но тогда кого его лучше взять? Ну, ДКшника. Тебе неудобняк? Меня? Ну, конечно. Ну, я там никогда не был, так что... Я хз. Ну, там черепки в воздухе висят, к ним спиной бежишь и все. Окей, тогда и я. СР, Ревист, Хоха, подхиливайте меня, я буду сейвиться как могу. Сейчас метки я их дам. Приогнусь. По тактике. Первая фаза. Мы вот милики стоим в центре. РДшники ходят так, чтобы не попасть под эти туман. Под этот туман. То есть, если вы попадаете под этот туман, то есть получается, что выходит лишний моб. А этого не стоит делать. Также мобы взрываются, милики бьют. Остается 30%, отбегают. РДД добивает. Вторая фаза будет 3 корня, которые захватывает одного человека, у него 18 хп. Также тот средний корень, который кастует всякие проклятия, все остальное. То есть милики сразу туда свичаемся и бьем, сбиваем касты, их можно оглушать. Также будет большие. К большим милики не подходит. РДД держится на рейнже. Заливаем их только РДДшники. На второй фазе также будут порталы. В эти порталы заходит 3-4 человека. Сейчас поставлю метки. У нас же плюс 4, да? Нет, мы все активировали. Ну да, это и есть плюс 4. Поставил метки. На ком какая метка? На тот портал идет. На поверни на 45 градусов. Метки. У меня нет метку. А, это... Кого повернуть? Метки на 45 градусов, они не так располагаются. Не ромбом, острым углом к нам, а квадратом, стороной квадрата к нам располагаются метки. Но можно сказать, ромб и квадрат почти одно и то же. Ну, немного нет. Не-не-не. На это понятно. Ровно квадратом они. Десятки. Ну, главное сторону понять, и все. Тут не точно метки. Я могу, конечно, у меня зрение плохое, так что я могу вот с этой стороны просто обойти, мне так будет удобнее. Короче, смотри, между треугольником и ромбиком поставь ромбик.
Между треугольником и звездой поставь треугольник. Между звездой и квадратом поставь звезду. Между квадратом и ромбиком поставь квадрат. Ёпта. Все. Что там? Третья фаза в крестике. Стоим в крестике. Мелики бьют трэш, а РДДшники бьют босса. Как только будет взгляд кастоваться, у вас будет в ДМе в ДБМе показывать, сколько идет откат. Вот, и на косте сразу поворачивайся, иначе бьет по 7к. Шкаф ставь. То есть, дайте шкаф. Может, я в БДК спикнусь? Зачем? Чё ты боишься? С Амаджором. Че, вы готовы? Давайте уже убьем этого пидора. А, я осуждаю. Ща. У меня что с плечами, они что-то этот мелькают, как сирена коповская. Ну да, кстати, вижу. Ну выкинь нахуй. Это же ты просто менял, одевал те туда-сюда, да? Да. Так, я переоделся. Теперь я более жирнее. Да ярче. А чё ты очкуешь, сдохнуть или чё? Да, вдруг умру там. А так я отожрусь. Все готовы, давайте, погнали. Скоро мы сразимся с главарём этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Что за мной бегать? Это тебе не нравится? Нет, не очень. Конечно, у меня пвпшный билд. Кто, БД тоже танчишь, да? Нет. Я ДД. В Владе. Да. Понял. Уже не полутать. Все, последний моб добиваем. Андрюх, инта работает? Инта работает? Да. Собаку призвал? Я вообще-то афлик, блядь. Все, по краням поиграли. По большим РДД сразу.
А, ты же сейчас спиной сосать будешь. Так, ребята, что здесь правильно? От черепка. Я же говорю, от черепка. Не слышно? Стоишь, урон считаешь. Диспел? А, я с собакой могу диспельнуть. Старый немного ближе. Рэвис! 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 Блядь! Сука, не умирать! Дошли. Сошлись. Рэвис. Порталы. Быстрее. Всё, Рэвис, Рэвис, так поднял. Треугольника с фанбика никого. Так, отошли, отошли. Отойди, шаман, 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 шаман. Где спальня? В ромбике кто-то проебал. Вы типа похуй какие порталы, на кого бог пошлёт забирает. Зачем он тогда метки рассказывает? Куда дальше? А, вот вижу. Шаман, ты, а ты можешь себя диспалить, да? Я понял. Хорошо, буду себя диспалить. Че это шаман, молния, на. Так, 6 секунд, 5, 4, готовьтесь. Сколько снесли, много? На кого так, СС? Ура. На Рейвиста СС дам. Сколько? Не знаю, не помню. В смысле, не помню? Для меня это было, как, не знаю, первый опыт. А черепка отойдите. Он будет передаваться бесконечно. Аккуратно. Диспольте магию. 64% мозга. Хорошо. Заспалил. Садитесь. Хорошо. Сыграли по-большому. Так, порталы. Портал. Триатор, шаги спальни. Квадратик тоже. Ну, охуеть, конечно. Какой играете, блядь. Не умрите только там в портале, пожалуйста. Эйлур, не умирай. Хорошо. Рэвис, не умирайте. Не умирайте, Рэвис! Рэвис! Отхиль себя. А чё за баганая какая-то щупальца? Ничего, бьём. Какая щупальца баганая? Да он на входе у нас. Хоха, отхиливайся вспышкой. Не вижу, где. Да все, забей. 6 секунд. 5. 4. Сколько снизу? Прыгаем. 700к у него. А, хорошо, 40%. На следующем переводите, да? Да. Так, к нам, чтобы прохилить. Надо немного. Просто портала сразу. Хорошо, я прохилил. Он тоже молодец. Матео далеко не могу диспальнуть. Так, сошлись. Шаман, ко мне, рядом. Шаман, рядом. Готовьтесь, порталы сейчас будут скоро. Все, порталы. Большую пошли. Не умрите в порталах. Так, тихо, здравомыслие 50. Где там мозг, блин? Идите к большому быстрее. Ой, здравомыслие пополняйте, кому надо. Смотрите, мы сейчас переводим уже. Надо быстрее большой, ребят, забить. Мы если сейчас не убьем большое, мы вайпнемся просто. 2%, ребята, осталось. Мы очень все. Вообще как. Помогайте нам. Быстро. Вставайте возле большого. Сыграли. Залили, быстро. Отвернитесь. Бейте. Все, отлично. Шаман, не умирать. Спиной встань, шаман. Давайте Геро, пожалуйста. Заберите моба. Заберите моба. Мобов заливайте, мобов тоже заливайте, важно. Милики, у нас 2 милика.
Для РБД помогут кто-то. Можно моба забрать? Он забран, он видишь, как долбоёб просто понял, понял. И стоит. Матао, не лутай. Все, погнал. 22 тысячи просто, типа. Нормал. Райвис, Инер. Отдал. Спасибо. Вышка не падать. Матава не лутать. Мобов помогите. Пару доток. Да пизда копченого. Да почему копченого? Я иду. Как порченый ты не. Че, получается, не будет допроноса? Получается. Это же великолепно. Я такое радует. Я такое одобряю. Ты, блядь, не карка, нахуй. У меня сейчас сосалка оборвется. Ты, блядь, лицом повернешься, да? А так налутаешь, как только что. Батя навысасывал мне просто. Просто говно лут, это просто... Это самое... Он расплыл либо ханту. Это самое ужасное было выпасть вообще. Ну чё надо, следующее в ХМ его тогда уже править. Ну, Бенемирова сначала в ХМ. Но мне кажется...